покупатели к нам чаще заходили, нужно устраивать акции. Какую бы акцию нам устроить? Ага, я придумала! Мы будем дарить каждому третьему покупателю леденец. Отличная идея, Гиппи. У вас есть лошадка? Ари, у нас есть лошадка? Нет, но есть банан. Отлично! Сколько это стоит? Заплатите, пожалуйста, одну монету. Спасибо, Гиппи. А мне полагается леденец? Вы наш... первый покупатель. Вам леденец не положен. Следующий, пожалуйста. А мне всегда положена конфета, потому что я не покупатель, а продавец. У вас есть ракета? Ари, у нас есть ракета? Нет, но есть апельсин. Отлично! Сколько это стоит? Заплатите, пожалуйста, 10 монет. Спасибо, Гиппа. А мне полагается леденец? Вы наш... первый, второй покупатель. Вам леденец не положен. Следующий, пожалуйста. А мне всегда положена конфета, потому что я не покупатель, а продавец. У вас есть помидор? Ари, у нас есть помидор? Нет, но есть банан. Отлично! Сколько это стоит? Заплатите, пожалуйста, 5 монет. Спасибо, Гиппи. А мне полагается леденец? Вы наш... первый, второй, третий покупатель. Да, вам положен подарок. Спасибо, Гиппи. Следующий, пожалуйста. Найдем костюм астронома. Пополним ассортимент на складе. Вот наш заказ. Нам нужны ананас, лошадка, лимон, яблоко. Сходи на склад, пусть соберут нам товары из заказа. Хорошо. Здравствуйте! Нам нужно пополнить ассортимент товара. Покажите свой заказ. Хорошо, все это у нас есть на полках. Я готов сложить ваш заказ в тележку. Говорите, что вам нужно? Нам нужен ананас. Нам нужна лошадка. Нам нужна лошадка. Нам нужна лошадка. Нам нужен лимон. Нам нужно яблоко. Спасибо.
Мы собрали все, что нам было нужно. Пожалуйста, приходите еще. Отлично! Разложи товары на полках, а я продолжу обслуживать покупателей. Хорошо. Расставь вещи по местам. Отлично! 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 Чтобы играть было еще веселее, подберем для игры подходящий костюм. Перетаскивай на меня элементы костюма. Жми на элементы костюма, чтобы одеть их. Чтобы играть было еще веселее, подберем для игры подходящий костюм. Дети, сегодня мы будем угадывать предметы по контуру. Дети, угадайте, что я нарисовала на доске? Лимон. Все верно. Дети, угадайте, что я нарисовала на доске? Мишка Тедди. Какие вы молодцы! Дети, угадайте, что я нарисовала на доске? Мишка Тедди. Какие вы молодцы! Дети, угадайте, что я нарисовала на доске? Спагетти. Правильно! Дети, угадайте, что я нарисовала на доске? Динозавр. Все верно! Здравствуйте, я налоговый инспектор. Заплатите, пожалуйста, налог. А может быть, мы подарим вам что-то ценное? Сначала заплатите налог, а потом дарите подарки. Тогда лучше просто заплатить налог. Правильно, Гиппи. С налоговыми инспекторами шутки плохи. Мы заработали 50 монет. Вам нужно заплатить налог 10 монет. Отлично! Это ровно столько, сколько нужно. Спасибо! Вы добропорядочный налогоплательщик. До свидания, всего доброго. Продолжим обслуживать покупателей. Ищи форму доктора. На каких весах взвесим пациента? Включи весы, жми на кнопку. Вес пациента средний. Ищи форму доктора. Мне нужно выбрать таблицу для проверки зрения. Пациент, какой это символ? Слоник. Машинка. Круг. Слоник. Отлично! Мы справились! Примерим костюм пожарного. В жилом доме пожар! Нужно срочно эвакуировать жителей. Спускай игрушки с полок вниз. Жми на игрушки на полках. Отлично! Все жители дома спасены. Что мы должны делать? Я буду брать деньги, Ари, а ты смотри за полками. Хорошо. У вас есть чайник? Ари, у нас есть чайник. Минутку. Отлично! Сколько это стоит?
Заплатите, пожалуйста. 10 монет. Спасибо, Гиппи. Следующий, пожалуйста. У вас есть лошадка? Ари, у нас есть лошадка? Минутку. Отлично! Сколько это стоит? Заплатите, пожалуйста, 1 монету. Спасибо, Гиппа. Следующий, пожалуйста.